Настоящее домашнее вино без дрожжей и алкоголя. Всыпаем 6 кг вишни. Предварительно вишню не моем, чтобы не смыть дикие дрожжи. Добавляем 3 кг сахара и давим вишню до состояния сока. Затем вливаем 6 литров воды комнатной температуры. Все перемешиваем и накрываем марлей. Оставляем в теплом месте на 5 дней. 2 раза в день обязательно перемешиваем. Спустя 5 дней процеживаем. Жмых выбрасываем и разливаем в 3-литровые банки. Банки наполняем не полностью, оставляем место для пены. Перчатки прокалываем любой палец и одеваем на банку. Ставим их в теплое место, избегая солнечных лучей. Примерно через одни сутки перчатка надуется, и процесс брожения продлится 7-8 недель. И вот, спустя 2 месяца перчатки сдулись. Пора снимать вино с осадка. Банку с вином аккуратно ставим на стол. Шланг опускаем примерно на 3 сантиметра выше дна банки, чтобы не задеть осадок. Пустую банку ставим на пол и сливаем верхнее вино без осадка. Остатки с осадком фильтруем через несколько слоев марли с ватой. Переливаем вино в удобную стеклянную тару доверху, чтобы не осталось воздуха. И плотно закрываем. Отправляем на хранение в темное прохладное место. И обязательно сразу дегустируем.